Вроде успокоилась. Слава богу. Нет. А. Так, что-то я не понимаю. Да. Не, а сейчас я тут не был, да? Да, я тут не был ни разу. А тут-то что у нас? Да, блин. Нас наоборот глубже, что ли? Просто речь, может, все равно спить что-то можно. Может, трубует. Может, косточку. Может, веревку на веревку. Ладно. Что-то... Ой. Нельзя терять сознание. Августа 1839 года. Сегодня мы подчиним мощь сферы и изгоним тень навсегда. Я чувствую приближение тени и боюсь смерти больше, чем когда-либо. Недалеко от Альштадта есть деревушка. Там живет фермер Циммерман с женой и тремя детьми. Вы на улице? Мы взяли карету и поехали туда. Нас не ждали. Александр оглушил Циммермана, не привлекая лишнего внимания. Барон занялся рабочими на ферме, а я пошел искать детей. Теперь у нас хватит пленников, чтобы завершить ритуал. Охренеть, они убивали детей, что ли? Пиздец. Просто пиздец. Да нет других слов. Пиздец. Вставай, придурок тупорылый. Мразь. Прям. Так отвратительно, когда ты играешь за очень злого человека. Хрена себе, что тут стало. Фу. Вот интересно, зачем мне эта железка? Ой. Чёрт. Блин. Да это ж капец какой-то просто. И свет потух везде. Ты за столько труд не стратил, чтобы все это зажечь. Чтобы все было красиво. Блин. Оу. Ха-ха-ха. Так. Что здесь делать нужно? Эти три ингредиента все как-то смешать. А, ёмкость. Куда ее поставить-то нужно? Ту емкость.
сейчас ты не нужна. Видимо, что-то как-то это... По очередности нужно это делать. Это что? Из печи не идет жар? Уголь нужен, что ли? Это не уголь, случайно? Мне кажется, это уголь. Так. А, или, возможно, сюда нужно кость положить. Блин. И как... Да что, все невозможно. Может, железка еще нужна? Нет? А что еще нужно, честно? Что это? Я так понял, нет третьего ингредиента. Я так понимаю. Я не думаю, что веревку нужно. Смысла-то нет. Да. А где мне третий ингредиент искать? Погиб. Замок дрогнул, я услышал, как обрушил солдат. Похоже, проход в лабораторию открыт. О! Может, возможно, здесь третий ингредиент. Пила? А, зачем она? Мне интересно. Если не поддается. Ну. А, я сейчас открою. Я ж тебя открою как-нибудь. Может, как-то, да, блин, совместить как-то нужно. Нет. Ай, господи. Надоели мне эти тупые путаницы уже. Вот опять не знаю, куда идти. Ну вот, не поддается, значит... Пытаюсь это никак. Что ты делаешь? Времени мало! С ума схожу, понял. Веер был отважен. И решился на то, на что я не смог. Он открыл несколько пещерных храмов и собрал целую коллекцию сфер. Интересно. Но в отличие от рецепт записи. Их искателей. Со времен владения веры Дмитру он смог избавиться от того который мы с тобой связываем со сферами. Он использовал сферы и отправился далеко за пределы. О, на Джей. Так, записи. Так. Вот это понимаю. А, вот они, эти три. Ядовитые грибы. Эликсир жизни. Это можно извлечь обычным способом из крови человека. Так. Там тер. Без понятия.
Ой, ладно. Потом продолжу. А все на этом заканчиваю. Ну, если вы хотите, то подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. С вами был Квест. Пока.